Майкл! Майкл, короче, увидел мастер Зу. Он не очень любит купаться. Чтобы я совсем не обанкротилась, я даю тебе 5 минут. Кики, ты че? Мы должны купить вот такой домик. 3800. 3800? Начнем с Кики, с агрессивной нашей Кики, потому что она у нас более активная, и мы посмотрим, как этот челлендж пройдет. Следующий будет Майкл. Если вы наберете, сколько, Николь? 30 тысяч лайков. Как только будет 30 тысяч лайков, мы сделаем точно такой же челлендж для нашего Майкусика. Но еще мы идем в мастер-зу, чтобы привести их в порядок. Я предлагаю, поехали и будем начинать наш челлендж. Пристегнитесь, котятки! Майкл, короче, увидел мастер Зу. Он не очень любит купаться, и он просто решил вырваться из сумки, тем самым упал. Он вырвался! Нет, Майкл, ты должен идти купаться, ты должен быть красивым. Ты будешь самый красивый сегодня. Большими усилиями мы затолкнули Майкла в сумку. Николь со своим приданным заходит и прямиком в груминг. Здравствуйте, можно к вам? Давайте, заходим. Сейчас будем оставлять наших мальчиков и девочек. Смотрите, как здесь все красиво. Смотрите, какая ванна прикольная. Сейчас все будут подглядеть. Первое у нас будет... Майкл у нас стригирует. Да, Майкусечка? Так как она у нас щеночек, ее нельзя стричь. Мы ее только сделаем, ей только гигиену. Ладно, не страшно. Я думаю, что первый раз. Поэтому ей чуть-чуть может быть страшно. Девочка наша послушная. Кстати, в отличие от Майкла, она купается. Потому что боится. Она купается очень-очень, видишь, так хорошо. Мы нанесли уже шампуньку. Мы хорошо помыли нашу Кикочку. И сейчас мы ее смываем. Да, и кондиционерчик уже нанесли обязательно, потому что шерсть должна быть мягкой и хорошо расчесываться. А еще вот эта штука, она не предназначена для того, что делает Кики. Но Кики у нас вот так решила, ей так удобно. Понимаете, поэтому она вот так вот стоит. Озима, какая ты не пушистая. Какой ты на себя привлекательный внимание. Следующее, что мы делаем, это хорошенечко сушим ушки, вытираем ушки, чтобы не было водички. То, чего мы Николь дома не делаем, забываем все время вытирать ушки. Это, наверное, очень важно. А мы еще и оставляем ваточку, чтобы она не боялась шума фена. И твоего шума тоже. Что очень важно, шерстку мы не натираем, не трем, а промакиваем полотенцем. Сейчас мы начинаем расчесывать нашу девочку, чтобы она была красивой и пушистой. Смотрите, используем мы две расчесочки. Одна пуха... Как это называется? Пуходерка. Пуходерка, а вторая просто расчесочка вот такая вот. Смотрите, как наша шерсть превращается в обалденную шубку. Важная информация. У шпицов очень важно следить за колтунами. Они собираются, в частности, возле попки и за ушами. Поэтому кто дома у нас ухаживает за нашими красавчиками, обязательно смотрите за ушками и в районе попки. Но я прям настаиваю, что если вы взяли себе такую красивую, дорогую, шикарную породу собак, то вы обязаны просто ухаживать профессионально. Возможно, не каждую неделю, но по возможности. Посмотрите на вот этот фен профессиональный. Он такой, ну, он мне кажется, не такой шумный, как у нас дома, да, Николь? Теперь мы нанесли спрей, чтобы увлажнить нашу шерсть. И посмотрите, Кикочка уже очень пушистая, очень прикольная. И остались просто последние штрихи. Ну все, Кики у нас готова. И очень пришла Майкл. Может быть, он увидит, как Кики легко справилась, и он тоже будет послушный и хороший. Да, Кикушечка? А, нет! Скажи, не-не-не.
поэтому меня пусть лучше Кики покусает, чем я пойду купаться, да, Кики? Давай. И хочется, и не хочется. Так, Майкл, мы говорим пока, потому что Майкл у нас очень не может вести себя хорошо. Ну вот и начинается наш челлендж. Все, до чего дотронется Кики, то мы и покупаем. Стоп, Николь. Чтобы я совсем не обанкротилась, я даю тебе 5 минут на это. Вернее, я даю ей 5 минут. И счетчик пошел. Она дотронулась. Она дотронулась до вот этой подушечки. А ну-ка. Ребята, 1925 гривен. Начало прелестное. Хватит гавкать, пойдем нюхать. Пошли, давай нюхать вкусняшки, потому что вот эти штук мы не расплатимся. Ну все, берем. Все, не бойся, мы покупаем эту игрушку, она до нее дотронулась. Что ты там разгоняешься? Корзину я буду набирать все маленькие предметы, а все большие будут складываться в кассу. Да, будем складывать возле кассы. Кики. Так. Кики, только не дотрагивайся, а то придется забрать собачку. А так, а вот эту игрушку берем. Смотрите, Кики спряталась. Итак. Кики у нас дотронулась вот до таких вот косточек. Как ты думаешь, она будет их кушать? Я думаю, что да. Будет, раз дотронулась, значит, берем. Кикочка, дальше идем. Так, Николь, она тут раз, два дотронулась, раз, дотронулась, два. Посмотри. Ой, я такое? Не знаю, что это, но она вот еще что-то дотронулась. Посмотри. Я не знаю, это ей надо будет, как ты думаешь? Нет. Не знаю, надо будет или нет, мы будем потом консультироваться. Кики, давай-ка нюхай то, что тебе надо, это так неинтересно. Так, было, было, было. Ой-ой-ой, ого! Посмотрите, какие сосиски нам придется брать. Кики, ого, Кики. Ну, посмотрите, что понюхала Кики. Кики, хватит, хватит вкусняшек, посмотри. Ты что, куда ты все это нюхаешь? Кики. Понеслось. Посмотри, она все нюхает тут, представляешь? Вообще. Кики, может пойдем в другую какую-то, в какую-то местность, а? Или ты все вкусняшки решила собрать у меня? Кикочка, Николь, ты только что купила вот эту лежанку. И скажите, пожалуйста, зачем нам нужна вот такая лежанка? Николь, это, наверное, Кики тебе подарит. Будешь в ней лежать и смотреть телевизор. Можно вместе телевизор. С Кики. Точно, можно вместе с Кики. Ребята, нам придется купить вот такую вот лежанку. Дайте-ка посмотреть ценничек. 1160. Мы его должны взять. Она все зацепила. Обалдеть. А ну доставай. Это тоже для большой собаки? Или... О, ну это вообще матрас тебе на море, понимаешь, будет. Кикочка, может быть, успокоимся с матрасиками, а? Мама! Еще одну лежанку? Кики, хватит лежанок! Ты что? Ты что творишь? Так, что-то я потеряла нашу Кики. Что вы там делаете? Кики, ты что? Мы должны купить вот такой домик. Так, Николя, сколько он стоит? Пожалуйста, скажи мне. 3800. 3800? Это что было?
только что она дотронулась вот до такого вот комплектика. Не будь. А ты думаешь, ей подойдет такой комплект? Нет. Может быть, поменяем? Снимаем штанишки, потому что это у нас, оказывается, курточка-трансформер такой. Себе посмотри, какая прикольная курточка. Обалденно. Итак, мы оделись вот в такую штуку. Можно взглянуть, Никусечка, что там за цена вообще? Интересно. 2700 гривен. Ого! Кики, ты чё такая дорогая дама, а? Кики, ты понюхала последнее, ты понюхала, потому что 3, 2, 1, 0, и это последнее, что мы берем. Мы берем, естественно, пеленочки, Николь, это супер-пупер выбор, потому что они... Ой, они нам нужны всегда. Что такое? Последний товар. И у нас получилось на 11560 гривен. Челлендж так челлендж. Придется врать. Все, мы забираем. Конечно. Кикочка, ты у нас за 5 минут потратила кругленькую сумму. А мы пришли за Майкушиком. Майкушик, боже, какой ты красивый. Ну покажись. Майкл, у тебя не споймать. Что ж такое, а? Он нормальный вообще? Вообще ни разу. Так, складываем наши все покупочки. А всем пока-пока. Подписывайся на канал Мисс Николь. Ставьте лайки и ходите в Мастер Зум. А всем пока.